Малаха приветствует тебя в Харагате, последнем оплоте порядка на горе Ариат. Если ты собираешься разгромить Баала, владыку разрушения, то это правильное место. Баал опустошил нашу гору и уничтожил ее жителей. Его приспешники продолжают атаковать наш город. Акуалкек и его люди оказались беспомощными перед лицом этой угрозы и не могут остановить зло. Баал все еще находится на горе, он что-то ищет, а вот что, я не знаю. Добрый день. Добрый день. Если ты здесь, чтобы разбить Баала, то докажи это. Как мы уже сказали, Харагат осажден демонами Баала. За стенами города его катапульты устроили адский дождь. Сам же Баал направился вверх, к священной горе, оставив во главе своего войска одного из самых подлых своих генералов. Щенка-надсмотрщика. Беспощадный исполнитель, он отправляет своих приспешников на верную гибель, в самые горячие точки на поле битвы. Если ты хочешь доказать нам, что ты чего-то стоишь, уничтожь это чудовище, щенка, который управляет катапультами за пределами Харагата. Если тебе удастся это сделать, возвращайся ко мне. Так-так, из засады у нас все быстро заканчивается, только не дураки.
что привело тебя в это место? Может, ты стервятник, желающий осквернить тела наших падших воинов? Независимо от этого, здесь ты себя не прославишь. Мы сами должны защищать гору. Это лишь вопрос времени, когда адские полчища будут на голову разбиты. Квалке, главный военачальник Харагата, ты похож на воина. Нам не помешает еще один солдат. Но не думай, что мы сильно расстроимся, если тебя убьют. Баал полностью соответствует своему прозвищу. Он пронесся по нашим землям, как безжалостная чума. Оборонительная стена, возведенная нашими погибшими старейшинами, помогает держать зло в постоянном напряжении. Но сада Баала все равно постоянно требует новых жертв. Большинство моих людей уже погибло. Остальные попали в ловушку в проходах на горе. Но клянусь, что мы еще не разбиты. Мы будем бороться до конца, чтобы защитить нашу гору. Да, воин! Я удивлен, что это место совершенно не изменилось. Все остальные места, где прошел Баал, владыка разрушения, лежат в руинах. Очевидно, что эти варвары... Настоящие легендарные стражи горы Ариат. Они гордый, трудолюбивый народ. Не думай, что тебя примут с почестями. Там редко бывают чужестранцы. Возможно, я смогу завоевать их расположение. Я пообщаюсь с людьми и постараюсь их лучше понять. Я расскажу тебе о том, что смогу разузнать. Привет! Осада должна быть прекращена.
Я перегружена. Я перегружена. Я не могу нести больше. Я не могу нести больше.
Я перегружена. Я не могу нести больше. Невозможно. Thank you.
Это я сделала. Добрый день. Да, ты гораздо сильнее, чем я предполагал. Извини, что недооценил твою силу. В доказательство моего уважения я вырежу для тебя гнезда в любом выбранном тобой предмете. И начиная с этого момента, ты сможешь покупать мои товары по самой выгодной цене. К твоим услугам. Я перегружена.
вся перегружена. Могу нести больше. Thank you.
Я перегружена. Добрый день. Я не могу нести больше. Я перегружена. Я не могу нести больше.
Я перегружена. Следуй за мной. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что тебе удалось освободить моих людей. Они много рассказали о твоем мужестве на поле битвы. Возможно, после всего этого у нас есть еще надежда. Если хочешь, ты можешь нанять себе в помощники спасенных тобой наемников. И, пожалуйста, возьми этот набор рун. Я берег их, чтобы вставить в щит с гнездами, но думаю, что ты сам можешь использовать их с большей пользой. Особо обрати внимание на то, чтобы вставить их в правильном порядке. Так ты добьешься наибольшего эффекта. Что еще? Могу я помочь тебе?
Есть дело, о котором мне не очень хочется говорить, но мне кажется, что ты единственный человек, который может сейчас мне помочь. Не так давно пропала Ания, молодой алхимик и дочь одного из наших павших в бою старейшин. Она сильная, ловкая женщина с очень сильной волей. Однажды ночью, прямо перед твоим появлением, я случайно услышала, как она ругалась с Нехлатаком из-за гибели ее отца, а на следующее утро она пропала. Нехлатак придумал историю, куда и почему она ушла, но не верь ему. Боюсь, что в ее исчезновении повинен он. Пожалуйста, если можешь, найди ее и верни ее нам. Она знает, что надо делать с Нехлатаком. Больше. Я перегружена. Я не могу нести больше. Thank you.
Я перегружена. Я не могу нести больше. Я перегружена. Я не могу нести больше. Yeah.
Я перегружена. Возможно.
могу нести больше. Не могу. Я перегружена. Могу нести больше. Возможно.
Я не могу. Я перегружена. Я не могу нести больше.
Я перегружена. Не могу нести больше. Thank you.
тебя перегружено. Это героический поступок. В моей беде виноват не Хлотак. Если ты здесь, чтобы спасти меня, моя единственная надежда связана с Малахой. Пожалуйста, скажи ей, что тебе удалось найти меня. Это героический поступок. В моей беде виноват не Хлотак. Если ты здесь, чтобы спасти меня, моя... Итак, за исчезновением Ани стоит этот ползучий гад Нехлота. Он наложил на нее замораживающее проклятие. Держи, это эликсир для Ани. Отдай его ей. Это должно освободить ее. Это героический поступок. Огромное тебе спасибо, что благодаря тебе Аня снова с нами. Я придумала это заклинание, увеличивающее сопротивляемости, чтобы отблагодарить тебя. Я понимаю, что это не так уж и много, но надеюсь, что это тебе пригодится. Пожалуйста, переговори с Аней. У нее срочные новости, касающиеся Нехлотака. Добрый вечер. Тебе удалось доказать мне и моему народу, что у тебя отважная душа. Мы переживаем темные времена. Надеюсь, что ты сможешь покончить с царством разрушения Баала.
Наш совет старейшин уничтожен, и мой отец Ауст вместе с ним. Единственное, что не дает нам исчезнуть, это обещание отомстить Баалу. Спасибо, герой, что тебе удалось спасти меня. В знак моей особой признательности прошу тебя принять это. Это сделал для тебя по моему заказу Ларзук. Нихлатак сказал мне, что заключил сделку с Баалом, чтобы защитить Харугат. В обмен на милость демонов сбитый с толку дурак собирается отдать Баалу реликвию древних, наш самый дорогой талисман. Это позволит Баалу войти в гору Ариат без испытательного боя с древними. Я пыталась остановить Нихлатака, но он заточил меня в эту ледяную могилу. Нихлатака надо остановить, прежде чем он обречет весь мир на верную погибель. Как бы мне ни хотелось уничтожить его, боюсь, что это выше моих сил. Тебе следует проникнуть в его логово через этот портал, который я открыла для тебя, убить его и вернуть реликвию древних. Останови Нихлатака, не дай ему уничтожить то, что мы так усердно берегли вот уже целую вечность. Чем могу помочь тебе? Дом Нихлатака вдали от дома. Я перегружена.
Я перегружена. Я не могу нести больше. Я перегружена. Thank you.
не могу нести больше. Приветствую. Я перегружена. Я не могу нести больше. Я перегружена. Добрый день.
Oh.
я сделаю свою часть, я не спал. Заключать сделку с Баалом. Какая трагическая ошибка. Тебе удалось остановить Нехлатака, но у него не оказалось реликвии. Наверное, он ее уже передал Баалу. Теперь, когда Баал доберется до вершины Ариата, ему не придется сражаться в испытательных поединках. У, проклятый Нехлатак! Но я все равно благодарю тебя за твою попытку. Пожалуйста, позволь мне оказать тебе честь и вписать с помощью магии твое имя в любой выбранный тобой предмет. Это самое малое, что я могу для тебя сделать. Я не могу. Thank you.
вся перегружена. Я перегружена. Спасибо.
день. Добрый день. Каждый раз, когда я тебя слышу, отважное сердце, твои деяния становятся все более легендарными. Но будь осторожен. Ты приближаешься к самой вершине горы Ариат. Я бы никогда не осмелился отправиться туда. Легенда гласит, что она охраняется древними, которые не допускают туда тех, кто этого недостоин. Твоя репутация здесь не имеет к этому никакого отношения. Твою доблесть оценят древние. Удачи! Я найду этому хорошее применение. Здравствуй.
Спасибо. Я не могу нести больше.
Легендарный дом древних. Не разрешая кубу Дрейера проникнуть в покой камня мира.
и огненным адом, а это позволит бесчисленным полчищам адских отродий ворваться в мир смертных. Эту лавину будет невозможно остановить. Если у тебя не хватит сил, мир, который ты знаешь, будет окончательно погублен. Ты не можешь потерпеть поражение.
Я знала, что древние сочтут, что тебя можно допускать к секретам горы Ариад. А теперь тебе надо остановить Баала, прежде чем он погубит все, что нам свято. Добрый день. Thank you.
могу нести больше. Спасибо. Спасибо. Я перегружена. Я не могу нести больше. Одолеть древний. Добрый день. Приветствую. Что еще? Я перегружена. Thank you.
здесь полностью завершена. Больше. Невозможно. Я найду этому хорошее применение. Я найду этому хорошее применение. Я найду этому хорошее применение. Да восстановится свет. Ты творишь чудеса. Диабло и Мефистофель низвергнуты в черную бездну, породившую их, а развращенные камни души больше не существуют. Тем не менее, пока тебе приходилось сражаться, Ваал оставался в тени в царстве мертвых и наращивал полчища адских соратников. Теперь армия Ваала, сметая все на своем пути, старается отыскать камень мира, древний источник всех камней, души и их силы. Они уже углубились на территорию варваров и направляются прямо к вершине горы Ариад. О, смертное создание! Ваал знает, что делает. Именно там находится благословенный камень мира. А теперь заходи скорее в портал, который я для тебя открыл. Он приведет тебя в город варваров Харрагат, последний бастион порядка на склонах Ариада. Добрый день.
Move.